Ну а прямо сейчас, Оленька, я делаю свои ставки. Я делаю все ставки абсолютно на комплект. Комплект краски осени, потому что его заказывают, звонят и спрашивают сегодня целый день. Я прекрасно понимаю, это необычный комплект. Очень необычный, какой же он красивый, необычный, это не то слово. Итак, комплект краски осени, это костюм, здесь две вещи. А я вам скажу вот что, этот костюм необычный не только кроем. Да, действительно, у него начинается все как на классическом халате, воротник, шалька, удобные карманы, пояс на талии. Но посмотрите, наш халатик, он укороченный, потому что далее идут брюки. Вот это симбиоз между просто комплектом из туники и брюк и просто длинным халатом. Длинный халат не всегда удобен, согласитесь. А вот такой вот короткий халатик в сочетании с брюками – это настоящая находка. И теперь давайте вот прямо сейчас я на себе вам покажу, что же это за материал такой. Я думаю, что у вас всех волнует этот вопрос. Итак, Оля, это 100% хлопок. Более того, я тебе скажу, что это особый вид ткани, особый вид плетения. Называется футер. Футер? Какое интересное слово. Да, футер, он похож на баечку. Посмотри, похож на баечку вот этим теплом, мягкостью, как будто бы облачко. Если ты помнишь, что детские вещи тоже очень часто делают из футера. Знаешь, что вспомнилось мне сразу? Детские ползуночки такие вот мягенькие, именно теплые, мягкие-мягкие. Именно из хлопка, именно из мягкого футера. Посмотрите, кстати, вы приобретаете не просто хлопок, а особого плетения. Да. Кстати, детская одежда именно такая нежная, потому что у деток очень нежная кожа, она легко раздражается, и поэтому я даже для взрослых, у кого аллергии, у кого, кто страдает вот раздраженной кожей, они могут себе позволить вот этот материал. Он будет комфортным, как кокон, вас будет обнимать. Давайте посмотрим по деталькам. Опять же, я говорю вам о том, что здесь классический воротник, который обычно делают в халатах. Воротник шалька. Посмотрите, насколько он красиво обнимает нашу модель. Далее у нас есть, вот он. Он, кстати, двухсторонний абсолютно. Вау, вот это классно, слушайте. Цельнокройный вот здесь, вот по передней полочке. Вот те, кто шьют, те понимают, чего это стоит. Смотри, отложной воротник шалька. Так. Далее, вот если ты помнишь, раньше были такие мужские халаты из атласа. Ой. И у них был простеганный вот такой вот воротник. Ой, это сразу вспоминается, знаешь, какие-то, да, 19 век, чеховские повести, да, романы, да, да. Вспоминаются пьесы, где барин выходит. Дядя Ваня. Да. Да, абсолютно точно. Далее, посмотри, мы подчеркиваем свою талию пояском. Причем поясок тоже двухсторонний. Полюбуйся. Очень качественная обработка. Цвет в цвет подобрана беечка под наши цветы, яркие, стильные. Сам фон выполнен из имитации под кружево. В общем, здесь есть все. Здесь есть красивый силуэт и яркие цветы. Более того, мне нравится еще то, что цвет сам по себе такой, знаешь, новомодный, с сиреневыми оттенками. Очень красивый. Графитово. Шоколадный. Да, вот такой очень вкусный цвет. Практичный, но красивый. Это редкое сочетание. И опять же, я напоминаю, что это футер. Футер – материал, который будет близок к вашей коже, который будет ее ласкать, который будет придавать вам, приносить только качественные ощущения, только приятные воспоминания и ощущения. Вы представляете, как будет приятно прийти вечером, переодеться в домашний комплект краски осени и ощутить эту прелесть, эти обнимающие мягкие прикосновения. Посмотри, комплекта. Да, вот наш мини-халат, он действительно прикрывает сзади все, что необходимо. Это то, что мы с вами любим. Мы получаем вот такой вот силуэт. Кстати, его можно носить, собственно, молодые девушки могут носить и без брючек, ну, с утра. Или шортиками. Или шортиками. Леггинсами. Но дамы постарше, все-таки, я думаю, что брюки у вас не залежатся, поскольку брюки тоже полностью выполнены из футера. И мы это можем видеть. Посмотри, насколько прямой силуэт. А высота, кстати, посадки? Высота посадки средняя абсолютно. Мы ориентируемся на высоту пупка. Ага, то есть получается, что у нас все прикрыто, все защищено. Мы можем смело садиться, ничего нигде не выглянет. И самое главное, там у нас на чем застежка? Есть у нас там какие-то крючочки, пуговки? Ничего лишнего нет. У нас штаны полностью цельнокройные. Это очень удобно. Никаких тебе лишних липучек, застежек, молний и прочего. Штаны на резинке, резинка очень эластичная, мягкая. Итак,
А вот, Оль, ты как считаешь, кому подойдет этот костюм вот больше всего? Я уже свою маму вижу в этом костюме. Вот я представляю себе, насколько ей будет удобно. Тем более, сейчас отопление еще не включили, дома так холодно, что так и хочется на себя что-то надеть. А что мы на себя натягиваем? Старые штаны, какие-то свитера. У мужа забираю футболки. Да. Кстати, очень холодно, я как капуста одеваюсь дома. Ты знаешь, сначала футболку, потом какой-нибудь жилет, потом какую-нибудь толстовку. И если сижу возле окна на кухне, так бывает, что и куртку надеваю на себя. Зачем, если у нас есть теплый костюм? Костюм из футера, который из натуральной ткани, из хлопка, прослужит вам долго-долго. При этом вы будете выглядеть красиво, будете выглядеть красиво, вам будет тепло. И потом это так приятно. Представляете? Вот так выглядеть дома. Вот так вами будут любоваться. Причем, вот знаешь, я, кстати, иногда захожу к своей соседке, к Людмиле. Она всегда настолько красиво одета. Я на нее смотрю и думаю, какая умница. Как это приятно. Вы выглядите всегда привлекательно. Итак, вы получаете прекрасный комплект. И верхняя часть у нас такая курточка. Укороченный халат можно назвать. И брюки. А размеры-то какие хорошие. Посмотрите, от 46-го до 62-го. Надя, скажи, размер в размер нужно брать костюм? Абсолютно точно, ведь это российский производитель, российская сетка размеров, да. Оленька, это не маломерка ни в коем случае, как, знаешь, китайские вещи, которые маломерят на пару размеров. Посмотри, наша костюм... А это чье производство, кстати? Россия. Российский производитель, российские наши партнеры, они понимают, что у нас благодаря сезонности мы нуждаемся в теплой домашней одежде. У нас иногда в межсезонье не работают батареи, все мерзнут. Давайте мы не будем простывать, давайте мы будем все сделаем умно. Мы выбираем теплый домашний комплект. Еще раз скажу, что это как будто бы укороченный халатик, но при всем при этом снизу у нас есть брюки. Это костюм. Сделайте заказ прямо сейчас. Вот сейчас в межсезонье, мне так холодно дома, да, Надя, я Оля, не знаю, я тебе рекомендую надеть. Вот этот воротник-шалька, он вообще собой характеризует дорогие халаты. Ты знаешь, я вот как-то пыталась шить такой халат на курсах кройки-шитья, терпения мне не хватило. Зачем шить, когда можно приобрести? Я, кстати, советую вот этот комплект заказать маме, бабушке. Вы знаете, как они будут благодарны? Потому что халатик они и сами себе купят, но они никогда не найдут ничего подобного в магазине. А вы можете сделать им вот такой подарок от всего сердца. Какой он приятный. Слышишь, как зайчонка гладишь, Оль. Как же здорово. Но я все-таки смотрю на твои яркие краски, и у меня возникает вопрос. Надя, а как же сохранить их? Они вообще после стирки не потеряют, не полиняют? Ну, во-первых, очень красивый принт. Я сразу тебе хочу сказать. Здесь, ты видишь, есть имитация кружева. Переходят у нас яркие, сочные бордовые цветы. Листва и очень красивый подтон, да, сиренево-серый. Внизу. Так вот, нет, ничего не, это не померкнет, потому что если ты будешь стирать на 30 градусов, все будет хорошо, все будет замечательно. И главное, что этот футер, вот этот начес, он останется, он будет тебя греть, он будет тебя обнимать, и это прекрасный подарок не только себе, но и своим любимым. Ой, как же приятно, вот в такие прохладные дни, когда за окном уже холодно, когда дома не топят, одеться, облачиться в уютный, теплый, красивый комплект краски осень. Он из 100% хлопка? Да, абсолютно точно, но это особенный вид материала, это футер. Футер из 100% хлопка. Я рекомендую, если у вас раздражительная кожа, склонная к аллергиям, если вы хотите что-то мягкое и приятное, это же материал, с которого шьют детскую одежду. Он теплый, он приятный, он гигроскопичный. Ну, я бы в нем ходила вот с утра до вечера. Ох, так и будем делать. Заказы все абсолютно со всей России мы принимаем. Телефон абсолютно бесплатный. Звоните, кстати, с мобильного. Звонки с мобильного тоже не стоят ни копеечки.